И снова здравствуйте, дорогие друзья, извините, нас прервали. Итак, заходим внутрь. Блять, сука, что это такое? Что это, катетер, что ли? Повешенное тело. За что? О, дробаш, это вообще хорошо. Так. Леонард Райн. Монстр, крадущийся в тени. Монстр, крадущийся в тени. Что это означает? Так, Леонард Райн. Это писатель такой? Так, ладно. Что это у нас по счету? А, это учительская. Ух, сука. Напугал. И что, и тут больше ничего нет? Ничего полезного? Блин, скопцово как-то. О, патроны. Это хорошо. Перезарядка. Так, reload. Отлично, подбираем патроны. А интересно, кому бы он позвонил? Какого хрена? Папа, помоги мне. Папа, ты где? Шерил. Это был голос Шерил, я это знаю. Но где она? Шерил. Да у него, наверное, к сердцу кровью обливается. Ай, да, точно. Так, ну-ка, что-то у нас по карте это следует. А. Нам, значит, наверх надо. Угу. Ладно, сначала обшарим классные комнаты. Так, ну-ка, погодите-ка. Это у меня что такое по стене ползет? Так, погодите. Я, короче, нихуя не понял. По-моему, это какой-то жук, похожий на божью коровку. У него еще два пятна на крыльях. По пятну с каждой стороны. Блин, у меня уже глюки. Твою мать. Не надо было столько играть Silent Hill. Пиздец. О боже. Твою мать, почему мне так страшно? Я уже просто потею от страха. О, патроны, патроны. Вот оно. То, что надо. Так. Ух, сука. Так, нет, сюда нам идти не надо. Так, спокойно. Фуф, наконец-то у нас эта серия кончилась. С вами был Карлик Сидрия, я скоро вернусь.